Всем привет, с вами Андрей, и сегодня мы будем собирать одну из первых моделей от компании «Звезды» в масштабе 1.35 и Су-152 «Зверобой». Советский истребитель тяжелых танков. Считалось самой мощной самоходкой Второй мировой войны, построенной на базе ИС-2. Давайте откроем, посмотрим. Ну вот первая это идет коробка. В коробке коробка. И тут я уже немножко собрал. Идет инструкция. Корпус. Видны большие косяки отливки. Так, это пакетик. Это вот собранный пулеметик, чтобы не потерялся. Детали. И дно. И еще вот и сами декали. Что, давайте собирать?